Ребят, всем привет, с вами Серега. Сегодня выбрался на речку, на мое место деловые леща. И сегодня будем с вами делать кладку, то что делал голосование. И богато кто проголосовал за то, что все-таки сделать видео, как я буду ее делать. То есть не показывал, у меня уже есть вот такой каркасик. Я его сделал, то есть забыл. Он, как видите, старая кладка лежит, ребят. Она была просто сделана, ну... Так, на быструю руку, я даже не забывал этого столбика, чтобы она держалась. Просто она была на, как на земле стояла, так скажем. Ну, была дуже низенькая и ее постоянно затапливала. Тут же я сделал, бачите, уже поглубже так, чтобы, если вода была, можно было зайти. И тут будет такой заход. Сейчас будем делать, ребят. Подивимся, как все получится. Надеюсь, будет интересное видео вам, может кому-то пригодится. Ну, чтобы ловить рыбку, я думаю, она нам пригодится все 100%. Также, ребят, как видите, с Славиком вчера привезли трохи материала, так скажем. Там доски, и вот такой есть нашли поддон, который как раз сюда подходит. Единственное, что надо, это убрать одну хотя бы эту штуку. Этим я займусь, вот эту, ребята, убрать ее. Это я сегодня сделаю, и мы его сразу сюда прибьем. То есть половина кладки, грубо говоря, готова. Также, ребят, привез я сегодня еще с собой пилку и топорик. Взял гвозди. И еще одну вот такую палочку, для того, чтобы еще посерединке можно было поставить вот так. Ну, хотя я не знаю, надо оно будет или нет. Но подивимся. Может, найду тоньше где-то. Ну, а если найду тоньше, то, возможно... Если получится, то сию тут поставим, чтобы сделать кладочку поширше трохи, будет стоять у нас. Ребята, все. Самое интересное, если кто будет делать, то я сначала сам не знал, как делать, как забывать их надо будет. Ну, в итоге оказалось, что в таких местах, если будете делать, ребят, довольно-таки нормальный грунт. Мул в основном. И оно просто забывается нормально. Даже руками можно его нормально забыть, так скажем. Ну ладно, будем делать, ребята. Также хочу сказать, чтобы вы подписались на мой канал. То, что осталось 20 подписчиков до 500. И дуже хочется на Новый год, чтобы было уже у меня 500 подписчиков. Также, ребят, на 500 подписчиков сделаем интересное вам видео. Скорее всего, выберемся в вот этот лес, что с той стороны. И приготовим что-то, может, не знаю. Также, я думаю, сделать еще одно в этом видео интересное, такое, типа, рассказа. Но про это уже я расскажу в следующем видео вам. Я думаю, вы наберете 500 подписчиков. И, ребят, также хотел сказать, что это будет последнее видео в этом году. То есть в этом году у меня уже не получится еще какое-то видео снять. И это будет последнее такое. Про такую кладочку. Ладно, будем делать, не будем много балакать. Потом покажу, что получится. Ребят, ну что? Показываю, сделал уже что. Прибыл сюда поддон от поддона. Одну такую перегородочку отбил. И вот уже, грубо говоря, половина кладки готова. То есть скользко, конечно, уже стоять можно. Вот тут еще две палочки. Надо сделать перегородку, чтобы удочки ставить на них. Ну и уже не шатается, ничего почти. Я думаю, за зиму еще устоится, она там нормально. Все будет. Ну, и если будет вода, то высоко, то уже можно будет не бояться. Прибыв я на гвозди, как видите. Везде. Там на краях, тут посерединке, только и с той стороны тоже везде. Поприбивал, ребят. Так, еще есть досточки такие, не первой свежести, конечно, но все равно, я думаю, они еще постоят. Будем делать дальше, потом, я думаю, сделать костерчик, пойти погреться, то что ноги замерзают. Отходы ось есть, как видите, от всего. Ну, подивимся. Я думаю, уже хорошо получается. Также, я думаю, если получится сегодня, то так чуть-чуть заход сделать, чтобы если вода поднялась, можно было отсюда нормально зайти. Гвозди еще есть.
делать можно, можно, если что, съездить потом еще здесь выпылять эти веточки. Вот я сейчас отпыляю. И также могу с той стороны тоже подпыляю трохи. Думал, конечно, пустить и сюда, чтобы ширше был він. Но то потом, я думаю, сделаем еще. Сейчас самое главное так сделать, чтобы можно было тут сидеть, ловить. Ну, будем делать дальше, подивимся, что получится. Ну что, ребята, так вот у меня получается. Делаю потроху. Конечно, блин, некоторые воздигнутся. Ну, ничего. Вот уже есть место, где можно постоять. Единственное, что скользко, то что мокрые они, блин. Сейчас думаю, пойду сделаю костерчик, если получится. Погреюсь и буду дальше делать. Ну, получается, я думаю, непогано. Осталось сделать и тут трохи. Заделать и эти, и тут еще. Думаю, хватит материала. Ладно, ребят. Будем идти дивиться, делать. Сделаю костер, мабуть, скорее всего, пойду погреюсь. Ну, а потом прийду дальше делать. Ладно, не переключаемся. Ребят, ну что? Вот я уже сделал тут место, где постоять. Уже можно заходить. Единственное, что тут дырочка получилась, и тут невелика, то что доски ровные не нашел, такие нормальные, какие были, из таких и дела. Ну и ток тоже, в принципе, непогано. Как видите, уже стою нормально, не шатается, ничего. Вот так вот получается. Тут тоже можно поставить было бы досточку, но тут я не хочу, то что я думаю, еще вот так десь дальше его трохи делать, чтобы было хоть трохи ширше. Ну а так кладочка для одного так вообще хорошая получилась. Сейчас еще забью вот тут перегородку, чтобы удочки можно на ней ставить было и обкладочку отпирать. И в принципе можно еще будет попробовать сделать, если сегодня получится тут заход начать делать такой. Там, бачите, костерчик еще дымить. Погрився уже трохи. Ну ладно, ребят, будем дивиться дальше, делать сейчас. И в конце уже покажу, что получится. Надеюсь, вам будет такое интересно все-таки видео подивиться, как я делаю. Нема слайка, чтобы показать, как я пробиваю досточки. Но я думаю, в принципе, ничего сложного. Тут, бачите, некоторые нормально не пробиваются. Приходится выкручиваться так и так гвозди мало просто. Так. Сейчас попробуем прибить до тих планочку такую для удочек. Ну и думаю, еще попробуем сделать этот заход и все. Ладно, ребят, пока выключаю. Ну что, ребята, такая кладочка у меня получилась. Надеюсь, вам видео так и понравилось. Блин, конечно, делать не так и быстро. Но потом, я думаю, мы на ней много лещиков еще поймаем. Вот тут не хватило уже гвоздиков, думал сделать заход, прибив только с той стороны. Тут нет. Такий у нас будет заходик. Еще одну досточку и так может еще что-то. И примерно до этого места, там где костер был, там где сумочка моя лежит, так и камеру вожу. Вот до того места будем делать, то что оттуда, обычно туда аж вода доходит. Ну вот такая складочка, блин. Тут некрасиво, конечно, что остались такие дырки, но сделать ничего не получится. Если что, потом еще тут еще можно прибить что-то. Ну и тут, я думаю. Ну а так, в принципе, получилось. Ой, непогано. Кладочка такая держится. Ось. Так хорошо, можно ходить. Даже почти прыгаю, топчусь, ничего не происходит. То есть держится хорошо. Также сделал, как видите, из такого перегородочку. Ну и поставил тут такой гвоздь, нашел старый, чтобы удочку можно было опирать. Поставить, положить на эту палку удочку и оперти об цю. Ну или можно об ней складочки цей. Ну что, ребят, вот такое у нас видео получилось. Надеюсь, было вам интересно подивиться. Ну а кому понравилось, подписывайся, ставь лайк. Всем пока.